Мои любимые армянские зрители, я наконец-то вернулся со своими реакциями на армянских исполнителей. Сегодня у нас Немра Наре. Мы разберем эту композицию, поставим свою оценку от 1 до 10. Ну что же, не будем медлить, поехали! Всем привет, кто со мной еще не знаком, меня зовут Богдан, это Беспало Мьюзик, обязательно подпишись на мой канал, стань частью моей интернет-семьи, вместе покоряем музыкальное пространство Ютуба, потому что Беспало Мьюзик это 24 на 7. Ух, как много вы меня просили снимать новые реакции на исполнителей. Ребят, я буду это делать, но не регулярно, не каждый день по причинам авторского права. На сегодняшний момент, когда ты постишь видео, пускай даже используешь небольшой отрывок клипа, там музыку, не знаю, визуальную картинку исполнителя, сразу же получаешь либо бан, либо же отмена монетизации. Короче, это все усложнилось в этом году в связи с новыми правилами YouTube, поэтому иногда мы даже будем делать реакции на клипы без музыки. Ну извините, но я ничего не могу с этим поделать, я и так не зарабатываю денег с моего канала. Я хочу очень вас радовать, но мне для того, чтобы делать картинку круче и качественней, мне нужно хоть как-то зарабатывать, дабы купить там тоже новую камеру, новый свет и делать контент еще круче, еще ярче. Поэтому есть целый ряд нюансов и сложностей. Пожалуйста, не злитесь. Я буду снимать реакции на клипы по мере возможности на армянских исполнителей, на казахов, на украинцев, на русских. На нашем канале нету границ. Наша задача с помощью реакций изучать музыкальную культуру современного шоу-бизнеса различных стран. Ну что ж, ребят, Немра, Наре. Напоминаю, предварительно не гуглю, не смотрю, не слушаю, чтобы моя реакция была максимально честной и искренней. Давайте посмотрим. Давайте оценим. Я об этой работе не слышал ничего, только в комментариях многие зрители просили с ними же ты наконец-то реакцию на Немру. Вот она пришла, моя реакция. Надеюсь, мне понравится работа, клип. Да, я хочу, чтобы мне все понравилось, потому что надоело смотреть некачественные работы многих артистов. Я сейчас говорю не за армянских исполнителей, а в целом. В музыкальной индустрии пошло очень много штампов. Все хотят как можно быстрее хайпануть, значит, заработать славу, успех, деньги, не думая о качестве своего продукта. Ну что ж, Немра, не подкачай. Очень красивое вступление, чувственно. Мне нравится героиня в клипе. Песня очень похожа на колыбельную. Ой, как красиво. Меня цепляет эта композиция, правда. О, давно не слушал такую музыку. Прям бальзам для ушей после реакции на Евровидение. Вау, это очень похвальная работа, если вы мне скажете, почему же ты не досмотрел клип до конца, посмотрел. Но, напоминаю, в избежание нарушения авторских прав на YouTube я использовал только небольшой отрывок клипа. Короче говоря, эта работа очень хорошая, мне нравится...
атмосферность в первую очередь. Мне очень нравится героиня в этом клипе, она настолько нежна и чувственна, она передает настроение сквозь экран, и это крайне редкий дар. Безумно нравится подача, это не скучно, это интересно смотреть. Ты расслаблен, пришел с работы, включил нары и балдеешь. О боже мой, наконец-то что-то такое душевное упало на мой слух. Почему упало, господи? Капнуло? Нет, не капнуло. Ну, короче, вы меня поняли. Мне действительно это понравилось, потому что не так уж часто ты встретишь лирику, балладу, которая не будет приторной, нудотной, и ты скорее хочешь нажать off и выключить это. А тут ты с удовольствием слушаешь и кайфуешь. Блин, я рад, что вы мне посоветовали посмотреть эту работу. Спасибо огромное. Для меня действительно это открытие. Поищу информацию о них. Мне стало действительно интересно. Еще раз, ребят, спасибо, что вы порекомендовали именно посмотреть эту работу. Блин, ну я кайфанул, искренне говоря. Эта песня попадает в мой топчик любимых армянских композиций. Я уже пойду качать этот трек в свой iPhone. Ребят, спасибо, что вы со мной, для меня это очень ценно. Я напоминаю, что регулярно делаю свои выпуски, поэтому подписывайтесь, становитесь частью моей интернет-семьи, вместе покоряем музыкальное пространство YouTube. Для меня безумно важно и ценно ваше мнение. О, кстати, чуть не забыл. Я Нара поставлю 10 из 10. А сколько поставите вы? Вот ваша оценка, она очень важна для меня. Напишите в комментариях, на какие клипы мне стоит снять еще свои реакции. Я вас обнимаю, всем желаю отличного настроения. И я хочу пожелать каждому из вас всего самого хорошего, потому что, блин, мы же люди, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, коммуницировать. YouTube — это та площадка, где мы должны выражать свою любовь, а не кидать какой-то, знаете, хейт, злость, гнев. Этого хватает в жизни, поэтому абстрагируемся от всего плохого, приходим на мой канал Беспала Мьюзик и заряжаемся лучами любви музыки. Ах, ребят, до встречи на Беспала Мьюзик.